Ну чё, улучшаем дикобраз. Капец, да, если выпадет. Боезапас плюс 15%. Вот перк придумали, ну ничего не скажешь. Ну что, реликт улучшаем. Поехали. Так, и что же нам выпало? Масса минус 20%. Время перезарядки минус 9%. А разброс при остановке машины минус 20%. И разброс во время движения минус 20%. Ну, ништяк, чё? Повезло, что... не боезапас.